Всем привет! Вы на канале Ростиксона, в этом видео расскажу немного о BSwap и о их коине BSV. На YouTube-канале уже есть обзорный ролик про BSwap. С этого момента прошло немного времени, но сайт немного обновился. Сегодня мы пройдемся по сайту, выделим изменения и я сделаю обзор на старые функции сайта. А перед этим подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона, там много всего интересного. Ссылка есть в описании. BSwap – это первая децентрализованная подменная платформа на рынке с трехтиповой реферальной системой. Это довольно интересная реферальная система, разберем ее позже. Все транзакции обеспечивают сетью блокчейн, и человек никак не может повлиять на их реализацию. Вы можете производить обмены и получать моментально необходимую сумму. Вы также можете удостовериться в безопасности сайта проверкой от авторитетной компании Certiq. У них на сайте представлены все возможные аналитические материалы по сайту и другие доказательства о безопасности сайта. Преимуществом свап-биржи BSwap является комиссия на обмен, а именно 0,1% за сделку. Данная платформа для обмена токенов использует BEP20 в сети BSK, Binance Smart Chain. Благодаря этому она имеет высокую скорость передачи. BSwap – одна из ведущих DEX децентрализованных бирж цифровых валют и входит в топ-3 сети BNB. BSwap имеет более чем 1,5 миллиона подключенных кошельков, что говорит о доверии со стороны пользователей, и около 400 тысяч активных пользователей по всему миру, и около 100 000 держателей BSV. А также на сайте проводятся конкурсы и другие различные активности, что не может не радовать. Итак, перейдем к самому обменнику. Заходим на сайт biswap.org. Обязательно сверяйте домен, и при заходе на сайт у вас высветится предупреждающая об этом панель. На главной странице мы можем посмотреть курс, процент роста различных коинов и, конечно, BSV. Я, например, недавно начал стейкать BSV на Binance под 100% годовых. Также нас встречает лента с ивентами и новостями. Чтобы использовать все возможности сайта, мы должны привязать кошелек. Я использую MetaMask, у вас может быть любой другой из принимаемых на сайте кошельков. После привязки кошелька мы становимся полноценным пользователем. Пройдемся по левой панели сверху вниз. Новая вкладка Voting, которую, подключив кошелек, вы можете повлиять на будущее токена BSV. И если вы вкладывались в токен, вы, возможно, сможете повысить цену своих активов BSV, повлияв на будущее токена. Переходим во вкладку Exchange или же обмен. И видим понятный интерфейс. Мы можем выбрать криптовалютную пару. Зайдя в настройки, мы можем выбрать желаемую скорость операции, комиссию или дедлайн. Также при оплате комиссии мы можем использовать токен BSV и оплатить до 90% комиссионных. Также можем поставить токены на ликвидность. Сейчас расскажу немного поподробнее об этом. Когда пользователь совершает обмен токенов или же сделку на бирже, взимается комиссия в размере 0,1%, которая распределяется следующим образом. 0,05% возвращается поставщикам ликвидности в виде комиссионных вознаграждений, и 0,05% используется для сжигания токенов BSV. Один из способов для заработка на BSwap. Вкладка Farms также предлагает вам заработать. Вы можете поставить свои токены LP и получить взамен токены BSV. Биржа будет стимулировать многие пары ликвидности, предлагая своим поставщикам ликвидности возможность разместить свои токены LP на фермах. Следующим пунктом меню идет Launch Pools. Это аналог банковского вклада под процент. После вклада сумма, которую мы внесли, будет заморожена на определенное время, написанное в описании, после чего мы получим наши приумноженные средства. Следует обратить внимание на описание, там расписаны все условия вашего вклада, где вы можете стейкать коины на определенное количество времени – 30 дней, 60 дней или 90 дней. Сейчас на сайте можно стейкать BNB и ADU. Initial DEX Offering, или коротко IDO – первоначально детализованное предложение, модель запуска токена, которая подразумевается под собой сбор средств на детализованной бирже. Проще говоря, вы инвестируете в крипту, которая будет выпущена эксклюзивно до данного сайта, получаете взамен токены, которые потом, как только они будут выпущены, вы сможете продать их по более высокой цене. Что насчет NFT игр на BSwap? У них есть игра Squid Game, ролик которой есть уже на канале, и NFT к ней.
Вы можете хорошо провести время, поиграв и вложиться в NFT, открывая лутбоксы или просто покупая карточки на маркетплейсе. Также вы можете улучшать низкоуровневые карточки в обменнике. Также есть лаунчпад. Выпускается определенное количество карточек, которые также, скорее всего, вырастут в цене после определенного времени. Что насчет рефералок? Biswap в этом плане один из лучших, если не лучший представитель на рынке, со своей трехтиповой системой рефералов. Вы можете скинуть свою реферальную ссылку друзьям из каждой их операции на различных системах Biswap, такие как Swap, Ферма, Launchpool. Вы будете получать прибыль по определенным процентам, которые, на мой взгляд, очень привлекательны. Для азартных людей на сайте проводятся лотереи, которые работают как в реальной жизни. То есть, чтобы начать играть, вам нужно будет купить билет за токен BSV и ждать розыгрыша. Во вкладке Competitions вы можете наблюдать активности, проводимые Biswap. Еще мы можем следить за статистикой Biswap во вкладке Analytics. Также в связи с недавними мировыми событиями появилась вкладка благотворительности. Мне очень нравится их сайт, так как он быстро имеет красивые анимации и звуковое сопровождение. С момента последнего видео, кажется, он стал еще быстрее. Также скоро на канале выйдет еще больше видео про Biswap. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить их. А на этом все. Я считаю, что рассказал достаточно о Biswap, чтобы начать с комфортом пользоваться данным сервисом. Подписывайтесь на телеграм-канал, там много всего интересного. Пишите комментарии, если остались вопросы. И, конечно, не забывайте поддержать активность, чтобы помочь мне с продвижением ролика. Всем удачи и будьте аккуратны.